светлой радости Богоявления, Иоанном пророком крещении, миру явлены чудеса, и как вечность объемном мгновение, в нем сокрыто народов спасение, отверзаются небеса, отверзаются небеса. Сам Господь в Иордане крещается, сей Сын мой с небес возвещается, изменяется мир вокруг, и над призрачной гладью проруби, легкокрылым сверкающим голубем, на Спасителя сходит дух, на Спасителя сходит дух. Осознав, что нам дан крещение, тот единственно верный путь, на котором души спасение. В день святого Богоявления херувимы славу поют, херувимы славу поют. Святого Богоявления, ты замри и постой в умилении, осознав, что нам дан крещение, тот единственно верный. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, я иеромонах Никодим Шматько, настоятель храма в честь преподобного Сергия Радонежского православной гимназии города Сергиев Посад Московской области. В нашем храме проходит молитва по соглашению в честь преподобного Сергия Радонежского. Мы молимся о семейном благочестии и благополучии, о благочестивом воспитании детей, о воинском служении, о защите веры и Отечества, о единстве народа и его благочестии, достойном монашеском и священническом несении креста. Каждое воскресенье в 22:00 приглашаю вас читать акафист по соглашению в честь преподобного Сергия Радонежского. Присоединяйтесь к молитве вместе с нами. Присоединяйтесь к молитве по соглашению вместе с иеромонахом Никодимом Шматько, а также к молитве, совершающейся в 20 храмах и монастырях, только на сайте pravozhizn.ru молитва.